remember 20-something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow. The fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. У нас утро, и каждое утро меня встречает вот такая картина. Я просыпаюсь, выхожу в гостиную, просыпается Тоби, начинает свои потягушки. Это очень мило, и он просто делает мой день. Сразу же поднимается настроение. Я надеюсь, что вот эта картина поднимет вам тоже настроение на весь день. Еще раз всем доброе утро. Я сегодня чувствую гораздо лучше, ребята. Чувствую себя хорошо, таким бодрячком, хотя предыдущие два дня мне было плохо, но не могу сказать, что прям так, знаете, я заболела конкретно, как обычно я умею, если слягу, так слягу. Нет, температуры не было, просто было такое недомогание, ну и пока еще, знаете, вот эта слабость, она остается, ну и симптомы тоже, вот эта некая заложенность, и сейчас, если я долго буду болтать, у меня начнет першить в горле, и я начну кашлять. Вот, вот такие у меня симптомы пока что есть. И это никакая не простуда, это вирус, ребята. Но антибиотик я не принимала. Я за эти два дня приняла всего лишь две таблетки для того, чтобы мне, ну, элементарно стало лучше. Я хотя бы на несколько часов почувствовала себя лучше. Ну и сейчас, в принципе, нужно быть осторожным, чтобы все это у меня не повернулось и не пошло по второму кругу. Ну, я эти дни нахожусь дома, на балкон даже не выхожу. Ну, чтобы, понимаете, не было вот этого перепада из тепла в холод, из холода в тепло. И я пока еще не ездила в центр нашего города, ребята, чтобы посмотреть, как украсили наш город. Хотя центр от нас находится в 10 минутах. Но я более чем уверена, там ничего такого не произошло, никаких больших изменений, потому что у нас из года в год все украшают как бы плюс-минус одинаково. Так что я уверена, никаких грандиозных перемен там не произошло. В общем, друзья, какие у меня на сегодня планы? Я сегодня обязательно хочу переорганизовать шифонер моих мальчиков. Я туда уже давно не заходила. Честно вам скажу, я это сделала в воспитательных целях. Я всегда их прошу элементарно за собой убирать свою одежду, не захламлять стулья. Все стулья у них всегда покрыты горой одежды. Я никогда не могу разобраться, где там чистая, а где грязная одежда. Вот. И я им пригрозила, что заходить туда больше не буду. В принципе, этот бардак навожу не я, и не мне его разгребать. На что они мне ответили: не заходи, мы тебя об этом не просим, мы сами все сделаем. Естественно, они ничего не сделали, но тем более шифонер. Кто им сделает организацию? Естественно, я. Поэтому хочу пересмотреть вещи, которые они не одевают, уже убрать оттуда и все заново организовать, потому что там действительно уже творится хаос. Ну вот, я уже в комнате мальчиков, хочу организовать вот этот шифонер, это их основной шифонер, где хранится сезонная одежда. А всю летнюю одежду я сейчас перенесла и сложила вот сюда. Здесь у нас была вот такая ниша, такое углубление большое, ну и мы решили им воспользоваться и сделали внутри полочки. Вот так они выглядят, получились большие глубокие полочки, хорошее место хранения, так что я сюда переношу сезонную одежду, просто чистую, сложенную, это такое пятиминутное дело, и вот здесь они у нас на полочках и хранятся. Так что использовали вот эту нишу тоже по полной программе.
Ну и дальше, девочки, тоже такая моя боль, всегда жалуюсь, вот зачем тоже захламлять вот эту вешалку, я им всегда говорю, ну повесьте максимум две курточки или два жакета и все. Нет, опять же, все забросано. И вот здесь сюрприз. Это рюкзачок Христо валяется, а рюкзак Яниса висит на ручке. Хотя, когда они были школьниками, мы им сделали вот такой отсек для их рюкзаков. Но нет, зачем класть на место? Вот так выглядит гораздо лучше. Ну и вот в этой части, ребята, у нас полки. Здесь две глубокие полки Яниса и две полки Христо. И обычно, знаете, как я складывала здесь одежду? Обычно здесь у них лежат футеры, там какие-то худи, брючки, джинсы. И я обычно складывала вот стопку внутрь и стопку снаружи, потому что полочка, ну, очень глубокая. И две стопочки лежали вот так рядышком. Но для того, чтобы взять что-то из другой стопки, которая находилась глубоко, нужно было вот эту достать. И это на самом деле не очень удобно. Они все, естественно, переворачивали. Поэтому я хочу сейчас изменить хранение, складывание вещей. Я хочу сейчас стопки положить не вот таким образом, да, сзади и спереди, а вот так, одну стопочку сюда, а вторую стопочку сюда. И вещи сложить как-то вот так длинненько, длинными брикетиками, и все будет прекрасно видно, какая одежда лежит. Ну и постараюсь сложить так, чтобы, когда они будут брать какую-то вещь, чтобы они не разворачивались и не раскрывались. В общем, постараюсь по максимуму все организовать так, чтобы было удобно им, и чтобы они мне все не переворачивали здесь всю одежду. Ну и, естественно, хочу сделать организацию в этой части на плечиках. Вот я уже купила такие черные бархатные вешалки. Они абсолютно не скользкие. Вот как повесишь сюда вещь, так она здесь и будет висеть. Вот взяла вешалки для брючек и для рубашек. Вот эту куртку уберу, они не носят. Хотя вроде они мне сказали, что все, что они не носят, с плечиков они убрали. В принципе, да, осталось немного вещей, но я все же все пересмотрю. Каждую рубашечку повешу на отдельную вешалку, кое-какие худи сюда также повешу, освобожу полочки. Ну и целиком весь шифонер нужно помыть. Ну и, естественно, ящики тоже нужно обязательно помыть и переорганизовать. Особенно в последнем ящике, ребята, творится какой-то кошмар. Здесь у них хранятся носки. Вот все носки они перемешали между собой, ребята. Здесь, когда Давид делал этот шифонер, я ему сказала сделать вот такую перекладину, вот такой разделитель в этом ящике именно для носков. С этой стороны были носки Христо, с другой стороны носки Яниса. Они все перемешали между собой. Я уберу все такое маленькое, дырявое, выброшу, оставлю хорошие носки. Ну и разберу каждому вот в свой ящик. Ну и, собственно, разбираю шифонер. Я убираю все со штанги, и я не стану сейчас разбирать весь гардероб сразу. Я его буду разбирать и убирать по зонам, по небольшим частям. Ну а вот здесь я вам показываю курточку и брючный костюм Яниса. Ему было почти 3 годика, когда мы его крестили. И именно вот этот костюмчик и курточку он надевал. Я, естественно, это сохраню. А вот с карнавальными костюмами я уже распрощаюсь. Это самый первый костюмчик Яниса, он был мушкетером. А это костюмчик Христо, он был Зоро. Конечно, было у них множество костюмов, но это были самые красивые. Я как-то их хранила. Уже несколько лет они просто висят, пылятся. И сейчас я уже решила все-таки с ними распрощаться. Потому что памятных вещей у меня предостаточно. Первые ползунки, там какие-то вещички, их совсем младенческие, поэтому карнавальную одежду я уже отдам кому-нибудь.
Ну вот здесь я уже эту зону опустошила, я убрала отсюда пыль. Пылесос доставать не стала, я взяла вот это перо, которое как магнит собирает всю пыль. Ну и далее уже делаю влажную уборку. И в первую очередь я начинаю разбирать верхнюю одежду. Я вешаю каждую куртку и каждый жакет на отдельные плечики, потому что вот было несколько жакетов, которые висели один на другом. Естественно, такое хранение, оно неудобное, пользоваться таким хранением неудобно, поэтому я каждую курточку и каждый жакетик повесила на свои плечики. То же самое я буду делать и с рубашками. У моих мальчиков достаточно рубашек, и все они висели, как правило, по две рубашки на одной вешалке. И вешалки у нас, как видите, самые простые, пластиковые, скользкие. И очень часто я находила рубашки внизу, а потом еще они что-то положат на эту рубашку, и все, она затерялась. Или же она сползала вниз, и вот поглаженная рубашка, ее нужно было заново гладить. Конечно, приятного мало. Ну и потом вещи не так объемно выглядят, да, когда на одной вешалке висят несколько вещей. Ну и в принципе все рубашки теперь прослеживаются, они будут использовать теперь все рубашки, которые у них есть, а не так, как раньше. Что видим, то и используем. Для брюк я также купила новые вешалки, они многоярусные, также обтянуты бархатной тканью, они не скользкие. И все брюки, которые есть у моих детей, все джинсы, классические брючки, я все определяю именно сюда. Каждая пара брюк отлично будет прослеживаться, они больше ничего не будут терять, потому что, как правило, как всем известно, мужчины видят объект, который находится напротив них, а все остальное они просто не замечают, поэтому это тоже немаловажно. Я закончила уборку и организацию в этой зоне, где вещи висят, и только потом перехожу к полочкам. Это, ребята, на самом деле огромные и очень глубокие полочки. Просто на видео вам, естественно, этой величины не видно, но здесь при правильном хранении можно уместить просто огромную кучу одежды. Ну и в первую очередь я протираю пыль и делаю влажную уборку. Ну а далее я все вещи буду складывать в несколько раз и очень компактно. До сих пор я складывала все в 2 или в 3 раза, ну а сейчас, девочки, в 4 раза. И именно вот такие брикетики, вот такое компактное хранение позволит нам хранить очень и очень много вещей в наших шкафах, на полках, в ящиках, неважно. С одеждой Христо я разобралась, и теперь перехожу к одежде Яниса. Я в одежде Яниса очень даже хорошо расхламилась, я все пересмотрела, вещи, которые ему малы, он уже их не носит, я от них избавилась. Ну а всю остальную одежду я также складываю в аккуратные стопочки, все его спортивные брюки и блузы. Верну их обратно на полку, и сейчас на полке освободилось очень много места, все прекрасно уместилось. Спокойно можно добавлять еще несколько вещей, и все благодаря правильному и компактному хранению. Thank you.
обед я решила приготовить запеканочку. Обычно я такую запеканку готовлю из фарша, но сегодня буду использовать куриную грудку. В основе этой запеканки будет картофельное пюре. Я его уже поставила, он у меня варится. Ну и сейчас буду готовить мясную прослойку. Мне мясник нарезал куриную грудку на такие порционные кусочки. Ну и из овощей я буду использовать репчатый лук, чеснок, красный зеленый болгарский перец. Здесь у меня брикетик замороженных томатов. Ну и в конце еще добавим зелень сюда. Обязательно соль, перец, любимые специи добавляйте. И все это вместе буду тушить на сковороде. Ну а в конце приготовлю бешамель и все сверху залью, всю эту красоту. Ну что, вот рассказала процесс готовки, ну а теперь поехали готовить. Out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, 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 dreamy, breezy, we go easy. Ну что, картофель у меня сварился. Я всю воду слила, и сейчас, как обычно, я сюда добавлю кусочек сливочного масла, обязательно посолю, поперчу, и молоко я сюда добавлять не буду, потому что, ну, это не обычное пюре, это у нас как бы основа для нашей запеканки. Единственное, что я сюда добавлю, это тертый сыр. Для того, чтобы, ну, вот эта картофельная основа была более плотной и как бы связанной между собой. Вот как-то так. Ну вот, сливочное масло растаяло. И теперь, пока картофель еще очень горячий, я насыплю сюда сыр. Ну, наверное, где-то 100 грамм сыра я добавлю и все перемешаю. Так, курица с овощами у меня тушится уже где-то 10 минут. Я сейчас сюда добавлю перетертый томат. Ну и естественно, он будет таять, выпускать очень много сока. Ну и нам нужно его поварить до того момента, пока весь сок у нас не выкипит. Потому что он нам не нужен. Вот так, накрываю крышкой и оставляю вариться. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was. Ну вот, ребят, смотрите, пока я тут готовила бешамель, тут вся влага уже почти вся испарилась. Сейчас я сюда выдавлю 2 зубчика чеснока, добавлю соль, перец, оставлю еще буквально 2-3 минутки покипеть, добавлю зелень и все, выключу огонь. Можно будет уже собирать запеканочку. И теперь, когда у меня уже все готово, я беру вот такую квадратную форму. Как видите, ее ничем абсолютно я не смазывала, потому что я в ней уверена. Но если вы в своей форме не уверены, можете смазать ее маслом или присыпать панировочными сухарями. Ну и вот так ложечкой я буду весь картофель распределять
равномерным слоем. Вот она у нас абсолютно не рыхлая, благодаря голландскому сыру она прям такая, знаете, очень однородной консистенции. Поверх картофеля выкладываю курицу с овощами. Курицу тоже нужно распределить. И когда мы будем нарезать запеканку, чтобы курица была везде. Ну и завершающий слой у нас бешамель. Духовку я уже поставила на 200 градусов. Выставила ее на режим вверх-вниз. Ну а запеканочка у меня будет выпекаться минут 40 точно. А там я уже буду смотреть на ее внешний вид. Как только у нее появится красивая румяная корочка, это значит, она будет готова. Вот, запеканка уже готова, она у меня запекалась ровно 40 минут, но первые 20 минут она у меня запекалась на 200 градусов, а остальные 20 на 180, потому что я заметила, что она очень быстро у меня начала зарумяниваться. Достала, оставила буквально 15 минут полежать, и сейчас я постараюсь ее достать целостным куском, хотя я очень в этом сомневаюсь. Потому что в основе у нас не паста, а картофельное пюре. Но ничего страшного, даже если она у меня развалится, от этого вкус никак не изменится. Ну вот, вроде бы и получилось. Ребята, это настолько вкусно, ароматно, пахнет просто божественно. Очень нежная запеканочка получается. Здесь даже жевать нечего. Так что обязательно приготовьте, попробуйте. После вкусного обеда я возвращаюсь к шифонеру. Теперь нужно помыть вот этот выдвижной ящик, который мы делали, когда мальчики были еще школьниками, носили портфели. Мы сделали вот такой специальный отсек, чтобы портфели не разбрасывались во все стороны. Ну а сейчас мы складываем сюда их рюкзаки. Не скажу, что они всегда лежат на своих местах, но все равно очень удобно. Убрал рюкзак в этот ящик и все, ничего не видно. Ну а теперь перехожу к ящикам. Вообще эти ящики, ребята, вот стали такой зоной захламления у них в комнате. Эти ящики вообще изначально мы делали для одежды, которую они носят дома. Но так как домашнюю одежду они вообще исключили, носят только пижамы, вот в эти ящики они складывают все, что найдут. И джинсы, и какая-то еще летняя одежда, шорты здесь оставались, так что я все убрала, заново сложила и убрала вот в этот шкаф, где храним сезонную одежду. Ну и давайте, пока я буду разбираться с ящиками, отвечу на очень часто задаваемый вопрос. Вы часто спрашиваете меня рассказать про маму, как она себя сейчас чувствует. Огромное спасибо, что спрашиваете, интересуетесь. С мамой все хорошо, все отлично. Она уже ходит без всякой опоры, без всякой помощи. Она и ко мне уже приходит пешком. Хотя расстояние, знаете, не маленькое. Если ходить быстрым шагом, то это где-то 20-25 минут. Ну а если медленным шагом, то все 30-35 минут. Ну она молодец. Может ко мне прийти пешком и уйти пешком. Ходит она уже прекрасно, хотя не верилась, она очень переживала, даже иногда плакала. Думала, что она уже не будет ходить так, как раньше. Но нет, ребята, все хорошо.
молодец, хирург, сделал хорошо свою работу. Ну, а дальше большая умница и мама, потому что она все рекомендации врача исполняла строго по указанию. Она вернулась в свой спортзал, продолжает заниматься, но, естественно, она не делает те упражнения, которые делала ранее. Сейчас она по большей части укрепляет мышцы бедра, мышцы ноги. Ну, в общем-то, все те упражнения, которые помогут ей еще быстрее восстановиться. И это, девочки, очень хорошие новости. Ну что, девчонки, моя работа подходит к концу. Наконец-таки добила я этот шифонер. Для вас прошло буквально 12 минут, а для меня целых 4 часа. Ну и последним пунктом остается помыть шифонер снаружи, поэтому я принесла свое универсальное средство, распылила его, и теперь просто тряпочкой нужно его смыть. И все следы от пальцев или какие-то загрязнения при помощи этого средства прекрасно все отмывается. Ну что, друзья, я закончила, и давайте сейчас поделюсь своим результатом, что же у меня получилось. Ну вот, как видите, на полках все прекрасно уместилось, даже осталось место. Ну, естественно, кое-какие блузы и худи у Христо еще в стирке. Он покупал себе светлые блузы, он их одел, теперь они в стирке. Естественно, еще добавятся. Ну и одежда Яниса. Ну и посмотрите, как все теперь прекрасно видно. Вот эти стопочки у меня стояли вот так, ребята. Вот сзади и спереди. А теперь все отлично видно. Они видят, какую блузу хотят. Вот. Ни одна стопочка другую не закрывает. И, наконец-таки, я надеюсь, что теперь все будет более или менее оставаться в порядке. Вот, что касается полок. В этом отсеке, где у нас штанга и вся одежда висит на плечиках, тоже все выглядит гораздо лучше. У меня даже плечики остались, еще можно употребить. Тут у нас рубашки, брючки и верхняя одежда. Каждая рубашка висит на своем плечике, они все прекрасно увидят. Ничего у них не потеряется, и все они будут теперь использовать. И знаете, девчонки, когда я решила сделать эту организацию, я думала, купите какие-то органайзеры. Но потом я поняла, что я не знаю, куда, какой органайзер мне будет удобно использовать. И я решила сначала сделать организацию, закончить ее, и потом уже по факту посмотреть, куда что использовать. Как видите, на полках там мне ничего не нужно, никакие коробки не нужны. И вот здесь тоже под вещами места абсолютно не остается, чтобы купить хотя бы тоненький органайзер и положить. Так что сюда тоже ничего не понадобится. Ну и вот так сейчас выглядит одежда, и мне очень-очень нравится. Ну и давайте посмотрим первый ящик. Вот здесь пижамки Христо, ну также кое-какие в стирке, еще плюс я им купила по одной новой пижамке еще добавится. Так что вот сколько места здесь, прям дышится уже очень легко. Второй ящик, это ящик Яниса, также у него здесь пижамки. Жакет, и вот не знаю, с этой красной блузой что будем делать, но пускай сам решает. Ну и в последнем ящике, ребята, у нас шапки, ремни я туда положила и разделила носки. Вот Христо носочки и Яниса. И единственное, что я думаю, купить органайзер именно для носков. Но я хочу поехать в Икею, чтобы купить вот такой длинный органайзер. Не знаю, 2-3 штуки, чтобы уложить все носки. Я недавно покупала органайзер для носков в Jumbo, именно для мальчиков.
Но когда Давид увидел этот органайзер, он был такой серенький. Два органайзера было, серенькие такие, пластиковые. Ему очень понравились, он сказал, дай их мне в цех, на гвоздики, на шурупики. А детям, говорит, ты купишь. Так что эти органайзеры я ему отдала. Ну и вот сейчас вот такой результат. Мне все очень нравится. Я посмотрю, насколько порядок сохранится. Ну и, скорее всего, для носков я органайзеры куплю. Ну вот и все, девчонки. Организация закончена. Наконец-таки я это сделала. Я очень-очень довольна. А мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Заканчиваю точно так же, как и начинала, с кадрами от тубика. Теперь он уже готовится ко сну. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте поставить пальчик вверх этому видео, писать комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем желаю крепкого здоровья, отличного настроения. Ну а мы увидимся уже в следующем ролике. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока.